Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео расскажу, как я лечу из Рима в Марракеш. Поэтому, если вам интересно, какие документы у меня попросили, продолжайте. Я не снимала влоги с апреля, поэтому мне так сейчас непривычно что-то снимать. Мне кажется, что все на меня смотрят, и я не могу расслабиться и записывать видосы. Билет из Рима в Марракеш стоил 248 евро туда и обратно. Это прямой рейс Ryanair. Там чекин нельзя было делать онлайн, то есть нужно было прийти сделать чекин здесь, на стойке регистрации. Я пришла, дала свой паспорт. Они попросили у меня сертификат о вакцинации. Я дала им свой сертификат. Что странно, уже никто не просит, ну ладно. Плюс я прочитала в интернете, что в Марокко требуют все равно ПЦР-тест, даже если у меня есть сертификат о вакцинации. Если у меня только две дозы или одна, то мне нужно еще сделать ПЦР-тест. Если у меня три дозы, то ПЦР-тест не нужен. Но у меня только две дозы, поэтому мне нужно ПЦР, и я его сделаю. Но что-то мне подсказывает, что его никто не проверит. Пока не проверили. Здесь проверили только сертификат о вакцинации. Смотрите, так выглядит стойка на посадку, где работают сотрудники авиалинии. Так они здесь пропускают людей. Люди выходят вот в эту дверь, садятся на автобус и едут. Не повезло людям, которые живут вот в этих домах, прям рядом с аэропортом. Бедные. В общем, чекин прошел супер легко, потом я пошла дальше, пришла на паспортный контроль, и там работник пограничной службы спросил, куда я лечу. Я говорю, Марракеш. Он тебе говорит, везет тебе, ставит штамп в паспорт. Все, я прошла. Это было все. Теперь я сейчас жду посадку на свой рейс. Время 18:20. У меня вылет 19:50, кажется. Ну, в общем, я заблаговременно приехала, чтобы все успеть, потому что рейс международный. Еще знаете, что здесь, когда проходишь паспортный контроль, ты выходишь в такую маленькую зону, вот здесь вот на куча народу, сидений не хватает, все ждут своих рейсов, и здесь вообще нет ни одного ни кафетерия, ни ресторана, ничего. То есть, если ты хочешь что-то поесть, нужно есть заранее. Я так не люблю, я люблю все доделать до конца, пройти все контроли, уже осесть и спокойно что-то себе купить. Ну, хотя бы здесь есть автомат, я там купила себе сок и чипсы, вот. Так что выжить можно. А еще нереальный кайф в том, что можно ходить без маски в аэропорту Рима. Сколько раз я где-то уже бывала, где можно было не носить маску или как-то спокойно к этому относились, но когда я прилетала в Рим, тут всегда все маски, маски, маски. Сегодня первый раз, когда я нахожусь в аэропорту в Риме без маски. Но продолжают проверять сертификаты, кажется, уже кому не нужны. Ну, пока не за этим очень следят. Я иду на посадку. Я только что прошла на посадку, представляете, я думала, интересно, если, допустим, мой сертификат будет просрочен, то могут не пустить на рейс, а у меня сделано две дозы, и, по-моему, 1 августа у меня заканчивается сертификат. Вот, и при мне проходила пара, девочка с парнем, и у них сертификат был просрочен на 10 дней. Представляете, не пустили на посадку. Девчонка заплакала, парень пытался что-то решать, ничего не получилось. Мы сказали, вам в этом случае нужно было сдавать ПЦР-тест. Я захожу последний в самолет, представляете? Все, короче, мы в самолете. Вот мы сейчас слетаем по взлетной полосе, едем. Я сижу с детьми, с которыми постоянно разговаривают. Не могу снимать видео. Самолет идет 3 часа, должен прилететь туда в 11 вечера по Риму и в 10 вечера по Марракешу. Когда я шла на посадку, то этот работник меня спросил, есть ли у меня тест? Я говорю, да, вот у меня есть тест и сертификат. Он говорит, типа, а, ну, если сертификат, не нужно было сдавать тест. Я говорю, я в интернете прочитала, что нужно было. Он говорит, нет, типа, раньше нужно было, сейчас уже нет. Короче, тест был сделан зря. Может быть, пригодится в Марокко, посмотрим. В общем, для поездки в Марокко нужен либо Green Pass, сертификат о вакцинации, либо ПЦР-тест. Одно из двух. Thank you.
Итак, спустя 3 часа мы прилетели в Марракеш. Тут тепло, но не жарко. Хорошо после самолета, потому что в самолете было прохладно. Надеюсь, я не заболела. Но я взяла с собой теплую кофту специально для самолета, потому что знала, что там будет кондиционер. Нахожусь в аэропорту Марракеша. Мне не верится, я немножко волнуюсь. Нам нужно заполнять было какую-то форму. Ну, я прошла мимо этой формы, не знаю, может, сейчас попросят. Все заполняют какую-то форму. Эти дурацкие бумажки. Все, я заполнила дурацкий листочек опять. Его просто посмотрели, говорят, проходите. Теперь пойду проходить паспортный контроль. Короче, пограничник мне задал пару вопросов. Типа, говорит, ты из России? А живешь в Риме? А кем ты работаешь? Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам было интересно, поддержите мой канал, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на меня. И увидимся с вами в следующих выпусках. Пока!